Давайте повоюем. Ну, может, короче, я не докачал Птоломея. И у меня из-за этого дырки. Такие вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть проигрышей. Ну да, и я, скорее всего, проиграл. Блин, я эмки раздел. Я вообще раздеваю всех четверок. Это какой-то капец. Всех четверок раздеваю, одеваю пятерок. Пятерок качается же, надо одевать их во что-то. Вообще тут у меня тут стоял Гримбл. Ой, какой Гримбл, блин. Грим. И он стоял так шикарно. Он даже сломанный был, что просто вообще на этом бонусе он божил. Но столько варваров, что вообще капец какой-то. И мне и тройками играть нечем, потому что все раздеты. И сейчас четверок раздеваю, в общем. Потихоньку умирает. Умирает турнир у меня. Так, мы на мощном усилении. Хилы разрешаются. Нам дали сразу Азмию. Азмию дали сразу, да, нам. Тут всякие тибуртусы. Всякая остальная дичь. Ну, нам надо брать хила возьмем. 4 в 1 такой себе, да? Так, давайте, наверное, сыграем типа как-то так вот. Пока не сам не знаю, давайте возьмем так на разогрев. На разогрев сразу потянем. Я 3 собрал. Три собрал, да? Мы в 10 камней же играем. Блин, 10 камней играем. 3, 7. Ну ладно. Соберем фиолетовый пока. Снимем баб. А, ну да, снимем, чтобы не убиться. Ох, блин. Да, под это я не ожидал. Это я не ожидал. Что делаем? Блин, плохо, да? Три хода. Рискнем. Ага, хорошо. Сейчас Ригу зарядим. Ригу зарядили. И сюда лупанем. Только бы заново не зарядить его. Блин, ребята, он медленный, мы заряжаем его. А, вообще капец какой-то. Так, сейчас у нас дуплица у нас там. Будет нас фигачить, да? О, хорошо, сейчас мы его заново замутим, да? Замутим? Или просто возьмем, вот так вот сделаем? А, тут мы можем промахнуться.
Тогда пусть он бьет. Пусть он бьет. Я этот урон переживу. Неприятность эту мы переживем. Дружку бы дали бы костюм такой вот с уроном. Ну, что-то, блин, играть в 10 камней такое себе. Фигня полная. Давайте попробуем сыграть 8 камней. Три. Горизонтально соберем. Так, три, шесть. Черт, он умер. Умер без моего ведома. Как это так? Он взял и умер. Ребята. Я не просил умирать его. Надо пробафаться чутка. А, пусть он нас ударит. Давай, бей. Я хочу подбафаться. А тогда сначала так сделаем. Добьем его. Добьем. 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 Ну, вообще мне четырехзвездные турниры всегда нравились. Всегда заходили, у меня всегда были под них четверки. Что-то урона маловато. Вроде срез хороший, урона маловато. Мы без красных, но всякой феи, да? Короче, тупо, тут тупо призыватель. Ничего больше. Призыватель, тут нас будут по троим лупить, это очень больно. Убирает. Этот дядька бафает. Это что делает? Тоже какой-то дичь делает этот ударник. Так, тут надо прям такую жирную команду нам. Надо бы, наверное, идти. Кем пойдем? Жирными надо идти. Тибу взять.
Одни хилы. Одни хилы. Борил спасет нас тут? Да нет, снимать будут, да? Ну, это тоже нормально, мне нравится, поехали. У нас Тибур тут будет баф давать, правда, я неправильно поставил его. Три, раз, два. Раз, два. Давайте так, ладно. Три. Ой, Крис нашел. Так правильно же сделаю? Ага, еще нам срез дали. А, она дает срез так и так. Ну ладно, хорошо. Черт его знает. Одного камушка мне не хватит. А почему тут у нас 270? Так, сейчас будет больно, да? Блочим. Эх, надо Риграда набирать. Сейчас этот дядька будет бить, он будет там. И ману сокращает. А он у нас 100? Щитовод. Ладно, блочим его. Как-то так, наверное, пробуем. Ах ты, блин, нету. Нету, 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 нету. Мы не пробьем. Снова камня нету. Ай-яй-яй-яй, какое безобразие. Ах, сейчас будет все бить. Нет, ну fucking бич, гребаная игра. Чё за херня, блин, а, ребята? Чё за пуля отвратительная? Блин, я просто даже центр не смог вынести. Тупо потому, что какая-то санина. На ёлочкин палки. Да идите в жопу. Ну, почему бы не в Мелиндора ударить? А? Ну почему? Ну я не знаю, почему не в Мелиндора ударить?
Так, у меня пока только вкачан один ударник. Блин, все разъезжается. Пробуем. О, какая жирная девушка. Так, ну, наверное, надо стопить его дальше, да, или не надо стопить? Что у нас по камню? Да ничего, по камню, камня нету. А сейчас будем стопить, да? Или поздно стопить? Сейчас не успеем, да? Почему? Даже если он сейчас его ударит в Белерива, он там ману не порежет? Не порежет ману? Да, потому что он, о чем сбросил себе? Или время кончилось? А, не хочу думать. Что-то там, короче, произошло, он сбросил. А мы там перекидкой занимались. Так, я снова без камня. Да, ребята, я снова без камня. Дичь какая-то. А я снова без камня. Так, ну я не знаю, кому помолиться еще. Что надо сделать, чтобы камень пришел? То есть один камень, то второго нет. То один камень, то второго нет. Ну, как я так буду играть, ребята? Я не понимаю. У вас так же напишите. Я вот просидел, 4 хода прошло, и что-то появилось.
три хода, да, надо покурить. Ладно, покурим три хода, у нас вот безобидные эти. Раз ход покурили. Два ход покурили. Три ход покурили, да, правильно? Все, отбросилось. Давайте теперь уничтожать его, этого хрена. Наконец-то мы убили его. Вообще его на плечо надо было ставить. Так-то он мощно выглядит, а в углу такое себе. О, урон повышенный. Хватит? Хватило. Сюда за сандалем. 800, да? Да ёлки-палки, не надо его заряжать заново. А он там уже в жестком муте. Еще и сбрасывает себя. Фура. Ну хорошо. Дружок там на разлиме. Немного. Снова у нас такие поля. Ну, летит, конечно, знатно. Игра, видимо, решила сжалиться. Правый фланг предлагаю вынести. Он сам вынесет, тогда левый выносим. Да? Да, давайте, наверное, сюда дадим. Дадим сюда, зарядим Белерива и добьем. Как раз урон сейчас залетит повышенный. Ну, у нас вот так-то два среза было. Ну, можно эту команду оставить. Правда, один хил. И урона хватает, там в тех тапках урона мало было. Даже если камень находился, то не хватало ничего сделать. Так, все, мы тут повоевали с соплями всякими там. И впрочем, не знаю, если сейчас сегодня-завтра докачаю Птоломея, эмки дам быстренько, там вроде мяса есть. 2 миллиона надо мяса. Мясо 2 миллиона найдется. У меня разлим сразу дам. И, возможно, оборона поднимется. Посмотрим вообще. Так-то я хотел ставить. Ну, блин, и Грима надо вернуть темки Гриму, потому что он на четвертых турнирах всегда у меня играл. Вернуть Грима надо к жизни. Ригарда ставил я в костюме сюда по центру обычно. И вот такая вот, такой расстановка нормально стоит. Хотя Леонид всегда хайл ее. Так, мы в топ-25, что по рейтингу. Далеко-далеко. Ну, может быть, дойдем без выкупа. Посмотрим.